стой, никуда не ходи, потому что ты можешь упасть. В общем, история такая. Сегодня Андрюша меня спросил, что ты хочешь увидеть тут вообще? Я сказала, вообще хочу Левады увидеть. Стой, пожалуйста, а я боюсь за тебя. И он говорит, ну ладно, вообще, стой. И он говорит, надо, значит, ехать сейчас на автобусе, потом наверх подниматься, на фуникулёре. Я говорю, ну ладно, если уж как бы по-другому никак не добраться, давай поедем. Он говорит, ну уже поздно, фуникулёр работает только до 6, то есть мы можем подняться туда и все, и больше мы не сможем дальше никуда. Я говорю, ну что будем делать? Он говорит, ну вниз будем спускаться сами. Я говорю, а там Левады-то есть? Да, да, там Левады. В общем, короче, мы поднялись. Этот, который билеты проверяет, мужик, говорит, контролер, говорит, вы куда? Он думал, что мы поднялись и сейчас сразу вниз уедем, потому что вниз больше не поедет. Все, время заканчивается, 6 часов. А мы говорим, а мы вот сюда, то есть мы тут остаемся. Он, ну, типа, сумасшедшие. Вот мы остались. И дальше мне Андрюша говорит, что надо идти вот по этой тропе. Ну, типа, тропа якобы, да? Вот мы идем по ней. Наверху было написано, что это 4 километра до какой-то точки. И это будет 200 метров по высоте. То есть вот оттуда, вот сейчас, вот оттуда мы пришли. Вот этот вот круг мы сейчас совершили. Вот это вот весь круг этот мы прошли. И всего лишь прошли 1000 метров. Тысячу, да? Ну, километр, короче. 1 километр прошли. Еще 3 километра впереди. Тут ничего нет. Он говорит, радуйся, что тут никто не бегает. Медведи, те не Камчатка. Ну, я радуюсь. Но, в принципе, что радоваться? Левады-то не нашли. Вот в чем дело. Я ругаюсь на него. Говорю, ты меня куда привел? Я тебе Левады попросила увидеть. Левады это такие... Я прочитала, ну, арыки типа, только вот здесь, на Мадейре они, в других местах их нет. Вот, и Леват нет, а в результате вот тут тащиться по горе еще неизвестно сколько. То есть мы на фуникулёре наверх-то поднялись, а вниз-то как мы будем спускаться, не ясно. Вот такая беда. Но я думаю, это еще не беда, это пока просто задача. Всем привет с Мадейры.